«Торпедо Дубль» обыграл «Политех Дубль». На стадионе «Торпедо» прошел очередной матч первенства Курганской области по футболу. Юные торпедовцы завладели преимуществом с первых минут, забив 4 мяча. Первый тайм закончился со счетом 4-1. Во втором тайме команда «Торпедо Дубль» упрочила свое преимущество. Матч закончился крупной победой юных шаазовцев со счетом 8-2.